В ночь с 9 на 10 февраля в ходе дежурства сотрудники дорожно-патрульной полиции заметили на одной из центральных улиц автомашину BMW, нарушившую правила дорожного движения, и указали водителю остановиться. Нарушитель требования полицейских проигнорировал и попытался скрыться, но далеко уехать не успел. На углу проспектов Кунаева и Рыскулова автомобиль не вписался в поворот, врезался в дорожное ограждение и перевернулся. Возмущенные таким оборотом дела, водители пассажира автомашины, практически не пострадавшие в ДТП, стали выяснять отношения с полицейскими. Лицо не бери. Они порвали мне форму. Вот здесь, видите, разорван карман. И здесь они тянули за рукав и порвали вот в этом месте. Нарушители полицейские вынуждены были на место происшествия вызвать еще 4 экипажа дорожно-патрульной полиции. Только тогда задержанных смогли усадить в машину. Правда, особого раскаяния они не проявили. Нормально за всеми было. Все нормально, ничего не случилось, все в порядке. Позже полицейские вызвали на место происшествия медиков. Правда, помощь требовалась не участникам ДТП, а полицейскому, пострадавшему от рук одного из задержанных. Пациент получил травму глаз. Сейчас ему оказываем помощь. В больницу ехать он отказался. Заявил, что попозже сам поедет в травмпункт. После задержания стражи порядка установили личности нападавших. Ими оказались 27-летний гражданин Кыргызстана и 26-летний житель Шымкента, пассажиры БМВ. Стражи порядка доставили их в Альфа-Арабийский отдел полиции. Им инкриминируется статья Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти». На водителя автомашины возбуждено административное дело по трем статьям, в том числе за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Материалы дела готовятся к передаче в суд.